Сегодня с этой площадки к ним, тем людям, которые сегодня за 60 лет, те, которые пришли поддержать нас, те, кого они воспитывали, росли. Низкий вам поклон отцам, дедушкам, бабушкам, матерям. Мы, примары, выбраны вами, народом. А те, кто выбирались в парламенте, они забыли, что они должны делать и чью волю они должны представлять. Мы помним прекрасно президентские выборы, когда во всех соцсетях, на всех телевидениях Игорь Николаевич Дадон, так называемый избранный народом, уговаривал нас, чтобы мы его поддержали. Но после того, когда он заступил на свою должность, он плюнул всем нам в спину и в лицо. Сейчас мы знаем прекрасно и помним, как избирательную систему хотели несколько лет. Господин Плакотнюк через своих продажных парламентер. У него ничего не получилось, потому что Венецианская комиссия высказалась против изменения. Сегодня мы видим то же самое, несмотря на прошедшие года. Но Дадон, выступая с площадок своих, говорил, что он поступит так, как выскажется комиссия. Комиссия высказалась, но Дадон и здесь обманул. Каждый выход его на телевидение. Каждый его выход на телевидение, это уже превращается в очередную ложь, которую рассказывает нам, народу. Я вам обещаю, от всех примаров Юга Молдовы, мы всегда будем вас поддерживать, всегда будем рядом с вами, никогда не предадим. И то, что вы будете продвигать, мы будем стоять у этих истоков. Свободу молдавскому народу! Свободу! 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 Сегодня у нас несколько тысяч, завтра у нас будет больше. С каждым разом, на каждом митинге нас увеличивается в разы.
Но телевидение показывает и обманывает то, что у нас приходят сотни человек, а здесь тысячи. Следующий митинг должен собраться не просто с десятки тысяч, как это сегодня присутствие здесь народ показал. Народ должен выйти сотни тысяч для того, чтобы правящий режим не мог провести избирательную систему. Нельзя давать, коррумпировать и захватывать власть. Власть народу. Власть народу. Власть народу. Власть народу. Спасибо вам. Спасибо вам за поддержку. Дорогие друзья, когда мы призывали голосовать за Дадона во втором туре, он уверял нас, что тоже будет бороться с режимом Плохотнюка. Он обманул и предал нас. Конечно, мы и раньше знали, кто такой Дадон. Мы помнили, как он обманул и предал партию коммунистов. Но все-таки он здесь, на этом месте, участвовал в общем протесте оппозиции против Плохотнюка. Думали, что человек опомнился, поменял свое мнение, но он снова обманул и снова предал. На этот раз вас всех, товарищи по протесту, которые здесь протестовали зимой в палатках против режима Плохотнюка. Сегодня Дадон обманывает и предает целое государство, Республику Молдова. Откуда возьмется развитие государства, если его предает сам президент? Откуда будет уважение к законам, если сам президент нарушает свою конституционную присягу? Плохотнюк – это враг Молдовы номер один. Глава государства Дадон пошел на сговор с главным врагом этого государства. Чего стоит только одно назначение Дадоном плохотнюковских судей, которые калечили и продолжают калечить жизнь людей. Тем самым Дадон убивает целую ветвь власти судебную. Дадон с Плохотнюком обманывает и внешних партнеров. Один изображает из себя сторонника Запада, другой изображает сторонника России. Но вместе, втихаря, они обделывают свои грязные дела в своих интересах. Дадон и социалисты помогают Плохотнюку сохранить его режим. Они торопятся изменить систему выборов. Они хотят сделать это до конца лета. Они хотят провести досрочные выборы до конца этого года. Они уже ищут лазейки, как изменить законодательство. Плохотнюк хочет стать премьер-министром. Ему уже мало быть лидером демократической партии, потому что эта партия никогда не отмоется от имиджа организованной преступной группировки. Плохотнюк – глава этой банды, и Дадон хочет его спасти. Плохотнюк хочет стать премьером, чтобы легализоваться, чтобы стать рукопожатным, чтобы его за границей уже принимали не как бандита, а как премьер-министра Молдовы. Жестко хотел! Жестко был! Неприязнь личной к человеку Дадону. Он оказался слишком примитивным и слабым для той должности, на которой оказался. Бог с ним. Но Дадон политик. Дадон прислужник бандитов. Дадон слуга, халуй, лакей Плохотнюка. Это позор. На Дадоне выжжено клеймо. Трагедор, предатель. Предатор! Предатор! Предатор!
Унал Юда Пикарел зачем Люда, а кума унал Юда опору. Задон. Задон и его социалисты сделали свой выбор с бандитами против людей, против народа. Мы с ними по разные стороны баррикады. В этом здании, в этом, в том здании они, оккупанты и мародеры, которые грабят Молдову. Здесь мы, большинство граждан, которые хотят вернуть народу страну, а стране закон и порядок. Десять дней назад мы протестовали у офиса организованной преступной группировки «Демпартия». И мы там призывали Дадона уйти от той банды, прекратить политику коллаборационизма с Плохотником. Никакой реакции. И сегодня хотим еще раз повторить. Дадон, брось эту банду, прекрати предавать народ, прекрати предавать Молдову. Дадон, вернись к народу! Дадон, вернись к народу! Дадон, вернись к народу!